Всем привет. Столкнулся с такой ситуацией. Плавают обороты, либо растут вверх и не сбавляются. Купил очиститель дроссельной заслонки. Ну, вот такую вот. Сейчас попробуем и покажу потом результат. Вот сейчас снимем вот этот патрубок. Там будет вот звездочка. 4 болта. Сейчас откручу и покажу. Снял я патрубок. Вот такая вот здесь вот грязная все. Все черное. Сейчас это будем все снимать и промывать. Открутил я 4 болта. Вот достаем. Сейчас снимем вот эту фишечку. И вот этот тросик. И вот такая вот чистота у нас здесь творится. И промываем. Оставляем это дело закисать. Вот если, может, увидите, здесь происходит реакция. Прям нормальная такая реакция, бурлит все. Вот здесь Ford Focus 1, 2004 год. Ну, в принципе, я думаю, что у всех все идентично. Тросики не стал снимать, у меня не получилось, резинка очень тугая. Пришлось вот так вот все это делать. Ну вот, почистили, стало намного лучше, такая вот тряпка грязная вся. Ну, все стало почище. Будем устанавливать обратно. Ну вот, все собрали на место. Пойдем, будем пробовать заводить. Обороты падают прямо на глазах, хотя холодная, не заводил еще сегодня. Все холодная, прогреется, я думаю, будет все хорошо. Будем надеяться на лучшее.